Молодежь в последнее время отличается какой-то особой жестокостью, и это все чаще попадает в интернет. Школьники из Сосновоборска написали оскорбительный рэп про учителей. Показать целиком творчество подростков мы не можем из-за нецензурной лексики. Приводим фрагмент трека, который они посвятили учителям физкультуры и химии. КМС получил, сразу на пенсию ушел, пузо пивное нарастил, девушку в помойке нашел, понял, что это любовь. Не было денег, решил устроиться физруком, имба работу, смотреть на восьмиклассницу, деньги получать. Что предмет, тебе химичку я под КамАЗ я кидал. На кадрах ученики 8 класса Сосновоборской школы. Они записали так называемый дисс. На сленге подростков это намеренно оскорбительная песня, которую обычно зачитывают друг другу враждующие исполнители. Восьмиклассники выложили видео в телеграм-канал, оно разлетелось по сети и дошло до администрации школы. Учителя отвечать диссам не стали, а пошли в полицию. Там рассказали, двух юных рэперов могут отправить в центр временного содержания несовершеннолетних. Правоохранители будут просить об этом в суде. Хотя ученики уже записали извинения, как это обычно сейчас принято. Я хочу, чтобы вы меня простили, и я буду исправляться в дальнейшем. Извиняюсь за то, что участвовал и пел в нецензурном видео, которое вышло в сеть. Я извиняюсь за то, что снимался.